Первое, с чего нужно начать, это научиться погружаться в альфа-состояние, в альфа-уровень, на альфа-уровень, на альфу. Различно используются выражения. В медитацию, погрузиться на свой медитативный уровень, погрузиться в медитацию – это все одно и то же. И это сделать очень просто. Все, что нужно вначале, если вы только прикасаетесь к медитации, поверьте мне, все, что вам нужно сделать сейчас, это закрыть свои глаза, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. И что такое альфа? Ваш мозг. Наш мозг работает на разных частотах в зависимости от, скажем так, и времени суток, и того, что происходит с нами. Если мы спим, наш мозг работает на частоте дельта и тета. Если мы задумались о чем-то или погружаемся в сон, наш мозг автоматически замедляет свою работу до альфа. Если же мы используем свое зрение, фокусируем зрение, читаем что-то или существуем в физическом мире, то наш мозг работает на частоте бета. Но как только мы закрываем глаза, для нашего мозга это сигнал замедлять свою работу. Поэтому давайте прямо сейчас с вами проведем короткую практику погружения в альфа-состояние. Опять-таки, особенно если мы в конце хотим на выходе получить, вот прям я понял, как это медитировать с открытыми глазами, нам нужно попрактиковаться. Поэтому давайте мы сегодня с вами проведем продуктивный этот час. Эфир будет длиться час, запись будет в неделю доступна, кроме тех, кто приобретет нашу коллекцию зап-медитации, об этом я обязательно расскажу позже. И тогда мы с вами начинаем с практики погружения в альфа-состояние. Закрывайте ваши прекрасные глаза. И сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, спокойных, ровных. Просто насладитесь этим спокойным ощущением, расслаблением. Подключите ваш живот, чтобы он двигался с каждым вдохом и выдохом. Продолжайте слушать мой голос. Я надеюсь, что вы сидите, да, если вы слушаете вдруг в движении, то можете продолжать слушать меня ни в коем случае, если за рулем, да, не закрывайте свои глаза. Если вы двигаетесь, то просто делайте все то же самое с открытыми глазами сейчас. И прямо сейчас расслабьте мышцы лица. Слушайте мой голос. Если мысли будут куда-то вас увлекать, вы возвращайтесь обратно к моему голосу. Расслабьте плечи, руки. Расслабьте свой живот. Почувствуйте, как ваш живот двигается с каждым вдохом и выдохом. Расслабьте бедра. Расслабьте колени и расслабьте свои стопы. Еще раз пройдитесь по вашему телу сверху донизу и почувствуйте, как ваше тело расслабилось. Почувствуйте какое-то приятное состояние полного расслабления. Продолжайте слушать мой голос. Все мысли, которые будут вам приходить, можете превращать в облачко, отправлять на небо или сказать этой мысли: «Я обязательно вернусь к тебе чуть позже. Сейчас я расслабляюсь». Побудьте в этом расслабленном состоянии.
А сейчас мысленно скажите себе установку. Я извлеку максимальную пользу из вебинара, который я сейчас слушаю. Я научусь новым вещам и буду применять их в своей жизни. А затем открывайте свои глаза. Я хочу вас поздравить, особенно те, кто, если новичок, если он думает, что он не умеет медитировать, не умеет погружаться в альфа-состояние, вы только что погрузились в альфа-состояние и побыли в этом состоянии буквально несколько минут. На самом деле нам ничего не нужно делать особенного для того, чтобы научиться или вообще погружаться в альфа-состояние. На самом деле наш мозг или мы в течение дня постоянно находимся в альфа-состоянии, только мы находимся неосознанно, погружаемся туда на несколько секунд ежеминутно. И наша задача в методе Сильва, это как раз то, что открыл Хосе Сильва, научиться использовать этот альфа-уровень осознанно. Сейчас мы с вами только осознали. Поставьте мне плюсики, что вы поняли или знаете теперь, как это погружаться на альфа-уровень или в альфа-состояние. Это всего лишь закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, и ваш мозг автоматически, вам для этого ничего не нужно делать. Вы при этом не испытываете каких-то особенных ощущений. Это приятное расслабление сознания и тела. И можно этого состояния достигать буквально за доли секунды. Но для этого нужна практика.